сволочи! Когда вы в следующий раз будете смотреть? Товарищ, он нашелся! Он заговорил! Для того, чтобы быть мужчиной, нужно быть мужчиной, а не им казаться. Пожалуй, мы сделаем композицию «Мужчина и роза». Священная миссия у русского солдата, у российской армии. Вперед, ребята! Шарахнем по пивку! Наша задача и наша сегодня битва, она священна. Вообще-то это наша точка. Мы здесь работаем, люди в курсе. Один народ, тот народ, о котором говорил Владимир Владимирович Путин. Ну что вы такое говорите? Ну он же старый! И Путин это тот, кто был дан Богом нашей стране и нашему миру. Авантюрист размах. Антихрист, а не авантюрист. И хочу еще это добавить. Должен сейчас исполнить обязательство, которое взял на себя недавно. Да с откуда он взял? Кто-то где-то увидел Соловьева, и мы пересказывали друг другу, рассказывали. Они говорят, Соловьев и его программы для нас как чистый воздух. Да парень гвоздь, без мыла в жопу лезет. Вот реально как чистый воздух, мы только этим и живем. Ну это так, чисто теоретически. Откройте глаза, мы живем в эпоху последних дней. Да, ему б Склифосовский сказал, верю. Станиславский. Мы триумфально побеждаем в этой крупной масштабной спецоперации. Долгие и продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. А Путин сказал принципиальную вещь. Я себя плохо чувствую. Это все знают. Кто все? Народ. А он здесь? Здесь. Влипли. Так и есть, влипли. И президент вроде бы ответил, яснее некуда. А, тут немного прояснилось. Но все то ли оглохли, то ли ждали чего-то другого, то ли это слишком коротко. Да уж скоро год, сколько можно? То ли это совсем не то, что очень многие хотели бы от него услышать. А у вас есть предложение получше? Что ж, я вас внимательно слушаю. Цель СВО? Так это же в газете написано. Это... Считаю до трех, два уже было. Единство русского народа. Сила в словах у тебя есть, но ты их расставить не можешь. Я надеюсь, что... Всякие эти недоговоренности, намеки, полунамеки эти... Мне думается, что... Люди, любые, любого ранга и уровня, они должны отвечать за свои слова, которые сказаны публично. И за то, что они пишут для того, чтобы это прочли другие люди. Это не люди.